Сегодня я вам покажу тиризинозавра. Поехали. Тиризинозавр – это очень сильный динозавр. Он прям не сильный, не мышечный, а жирный. У него длинные когти и клюв. У него есть перья, но это всего лишь предположение. На той территории обитали тарбозавры, что очень опасно. У него была хоть и защита, но она не всегда помогала от тиризинозавров. У тарбозавра были длинные зубы, у тиризинозавра были длинные когти. Но все равно, мы сегодня рассказываем вам о тиризинозавре, поэтому слушайте далее. У тиризинозавра был травоядный рацион питания, и только они глотали камни для лучшего пищеварения. Длину они могут достигать 9-13 метров, высоту до 7,5 метров. Если вам понравилось видео про тиризинозавра, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Яд. У меня еще очень-очень много видео. Ну и напоследок вот что вам скажу. Так как у меня очень много видео не только про этого тиризинозавра, но и про много других героев. Так что слушайте и подписывайтесь на мой канал Мистер Яд. Еще очень много видео.